Акшай Кумар снялся 128 фильмов за 30 лет карьеры, что говорит о том, насколько он трудолюбивый актер Болливуда. Последние годы Акшай Кумар поражает количеством успешных работ. В данный момент у него уже 15 успешных фильмов в кинопрокате, что является превосходным результатом. Новый фильм Акшая Кумара «Сурьявянши» преодолевает отметку в 7 миллионов долларов в зарубежных кассах. Фильм «Сурьявянши» с Акшаем Кумаром и Катриной Кайф в главных ролях завоевал миллионы сердец зрителей. Своим фильмом, который идет полным ходом 13 дней в зарубежных кинотеатрах. Сообщается, что зарубежные кассовые сборы фильма «Рокет и Шетти» перевалили за отметку в 7 миллионов долларов. У фильма даже сейчас достаточно хороший спрос от зрителей. По всему миру фильм собрал уже 33 миллиона долларов, что довольно много. В данный момент только 5 фильмов Акшая Кумара в его карьере собрали больше, чем фильм «Сурьявянши». Это «Робот 2.0», «Полный дом 4», «Миссия на Марс», «Туалет. История любви» и «Хорошая новость», где, который является пока самым кассовым фильмом в карьере Акшая Кумара. Собрал в прокате 43 миллиона долларов. Акшая Кумар всегда славится своими неожиданными трюками. В фильме «Сурьявянши» Акшая Кумар очередной раз доказал, что свои 54 года он находится в отличном физическом форме и радует нас превосходными каскадерскими трюками. Поскольку он снова решился сделать достаточно опасный трюк на вертолете. Как я ранее говорил, Амитабх Баччан в шоу «Кто хочет стать миллионером» был впечатлен каскадерским трюком Акшая Кумара. По оценкам такого сайта, как Rotten Tomatoes, можно заметить, что у фильма «Сурьявянши» достаточно высокая оценка от зрителей. Теперь перейдем дальше. Какую оценку поставили критики данному фильму? Reddit.com дал фильму 4,5 звезды из 5. Таран Адарш из «Болливуд Кунгама» дал фильму оценку 4,5 звезды из 5. Times of India поставил оценку 3 звезды из 5. Пинквилли дал фильму оценку 3 звезды из 5. Единственный из критиков, кто поставил неудовлетворительную оценку, это IndieTV, который присвоил оценку фильму 2 звезды из 5. Также с каждым годом доход Акшая Кумара только растет. По доходу он опередил многих голливудских звезд, такие как Крис Эванс, Адам Сэндлер, Брэдли Купер и Джеки Чан. У Акшая Кумара также планируются в будущем такие фильмы, как Корха, Атрянги Рэ, Бачам Пандей, Раму Сету, Ракша Батхан, О Боже Мой 2 и Притхви Радж. Как мы видим, работоспособность Акшая зашкаливает. В ближайшее время у Акшая Кумара очень много выйдут фильмы, поэтому для поклонников Акшая есть чем заняться.